В сегодняшнем видеоролике цунами затопит весь город Лос-Сантос. Все небоскребы будут под водой, и не только небоскребы, вообще тут ты только посмотри, что тут, блин, творится. Улочки пустые, кто-то успел спастись, кто-то нет. Короче, видосик смотрим обязательно до самого конца. Он будет мега крутой и интересный. Вы такого еще точно не видели, я вам обещаю, ребята. Вау, ребята, какой крутой сегодня и офигенный денечек в GTA 5. Ну, знаете, что говорят? Говорят то, что сегодня будет цунами. Ребят, верить, не верить, я не знаю. Ну, смотри, просто на банане катаюсь. Офигенно, какое цунами, все круто же будет. Не знаю, ребята, ну посмотрим. Кстати, с тебя обязательно лайкосик за 3 секунды. То есть, я считаю до 3. И успеешь ты или нет поставить лайк, сейчас мы и узнаем. Давай, я считаю. Раз, 2 и 3. Кто успел, тот просто красавчик. Большое спасибо тебе за лайкосик. Ты самый крутой и активный подписчик. Кстати, я знаю то, что многие еще видосики смотрят не до конца. Ребята, смотри, если ты смотришь видосик до конца, то ты ничего просто не пропустишь. Все самое интересное ты обязательно посмотришь. Поэтому не перелистывайте. Вот, пиши в комментарии, если ты ничего не перелистываешь в видосике. Ну, ребята, мы, короче, будем ждать цунами. Я не знаю, когда оно просто начнется. Но как начнется, вы сейчас все узнаете сами и увидите. Ребята, а что в игре землетрясение-то началось? Ни с того, ни с сего. У меня весь экран дергается. Ё-моё! Ё-моё, что происходит? Ай, стол просто упал! Капец! Я к вам, спасите, пожалуйста! Ай, блин, все сносит! Какого фига вообще? Бежим, бежим! Дяденька, спаси меня! Ай, тебя тоже унесло! Как вообще? Скорее в тачку! Блин, ребята, давай в тачку сядем, реально, вот в эту хотя бы! Быстрее, 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 быстрее садимся! Чё? Как она взорвалась, я не понимаю. Когда уже землетрясение это кончится? Я не могу, у меня уже башка кружится. Блин, куда вас дувает, капец? Ребята, что происходит? Вроде закончится. О, пожарники приехали. Так, ребят, подождите, нам нужна срочно какая-то тачка. Нужна срочно какая-то тачка. Сейчас мы на какой-нибудь небоскребик заберемся. Так, стой! Да, блин, я, конечно, понимаю, что вы тут спасаетесь все, блин. От землетрясения, от цунами. Сейчас я, короче, у тебя отберу. А, не, вот какой-то, какая-то такая маленькая машинка стоит, она мне, ребят, пригодится. Пригодится. Все, давай, все, ребят, я спасаюсь просто нафиг отсюда. Вы уж меня извините, но я погнал, все. До свидания, все, я гоню. Фух, все, ребят, спасаемся скорей. Капец, ща как рванет, блин, ща как нальет воды. Я офигею, блин, просто. Так началось мощнейшее цунами в GTA 5. Вы только посмотрите на эту гигантскую волну, которая надвигается на город. Она смывает все на своем пути. Вокруг начало разлетаться, ломаться и взрываться. Короче, в городе был полный кошмар. Вы это и сами можете сейчас посмотреть, что там такое было. А люди, как бы то ни было удивительно, начали спасаться и суетиться очень сильно. Ё-моё, ребята, вы только гляньте, как тут все подтопило. Капец, дома просто под водой плавают. А чё ж там на дорогах-то? Я слышу, что кто-то бибикал там еще. Во, звуки просто с улицы есть. Ну-ка, мы нырнем туда, давай, Франклин. Просто с парашютом в воду. Нормально, нормально, это GTA-шка. Оп, так, пацаны. А, смотри. Подожди, вот вопрос интересный. Люди успели спастись или не успели спастись? Потому что тут я никого не вижу под водой. Капец, ты глянь, просто шоссеечка пустая, можно просто на подводной лодке тут плавать и все изучать. Я в шоке. Так, ребята, ну и что тут? Что тут делать? О, так. Так, ребята, бананки, 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 на банан. Опа-на, залезаем на банан, пацаны. Ну и что, изучаем? Ё-моё, нифига, он скоростной, блин. Что это было? Почему он такой мощный? Ну-ка, еще разочек. Что, не на ту педальку, что ли, нажал? Там даже педали-то нет. Давай, ну-ка, подожди. Да, Франклин, давай уже залезай на этот банан, блин. На бедный этот банан. Так, оп. Так, все, ну-ка. Все, Франклин, погнали. Офигеть, ты просто на это посмотри. Реально... Половина города просто под водой. Видишь, только видно небоскребы. Ну, здания, которые высокие. А вот если мы даже в гетто заедем, то
Там вообще будет капец. Смотри, это была стройка. Бедная стройка. Бедные строители, которые не дождались, не доработали. И тут вот на тебе. Просто цунами. Капец. Вы понимаете то, что это еще не все? Тут, наверное, еще больше будет. Еще больше будет этого потопления, этой воды. Увидим. Вот просто я сейчас катаюсь. Подо мной, наверное, домишки маленькие. Да, смотри. Просто весь город под водой. Ребят, я реально в шоке с этого. Я реально с этого в шоке. Можно просто вот так вот все изучить. Ну, смотри, людей реально нету. Вообще ни одной живой души тут. Больше нету, походу. Походу все спаслись. Я на это надеюсь. Остался только один Франклин. Но, кстати, вон та вот часть города, да, где живет Франклин, она не затоплена. О, стоп, а давай мы сейчас, подожди, доплывем до дома Майкла. Вот дом Майкла вот здесь. Сейчас, ребята, мы доплывем и просто узнаем, что там у него, нормально все или нет. Я надеюсь, что с ним все хорошо. Просто покатаемся мы Майкла на банане на нашем. Все, погнали, погнали, ребята. Ну да, вон та часть... Вайнвуд, получается, да, богатый район весь остался не под водой. Но это пока что, ребята, пока что, пока еще водички не прибыло. Ой, еще один бананчик, просто может, ребята... Ребята, кто хочет, короче, на банане покататься? Давайте в GTA-шку заходим, вместе катаемся, вот плаваем, гоняем. Подожди, нам нужно чуть-чуть левее вот сюда вот повернуть. Там находится у нас дом Майкла. И сейчас мы все это узнаем. А нет, смотри, 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 в чем прикол. Тут все не под водой. Его часть вроде, да? Да, походу у него даже дом в целостности и сохранности остался. Ну-ка, давай-ка мы сейчас Майкла спасем. Так, где-то он вот здесь. Да, смотри-ка, фига ему повезло. Подожди-ка, подожди-ка, вон же его дом вон там. Ребят, реально Майклу так повезло. Интересно, он спасся или нет? Ой, блин, да Франклин, ты достал. Все, погнали, погнали. Погнали к Майклу, вон его дом, сейчас, ребят, проверим. Ребята, бежим, 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 мы почти прибежали. Майкл, что там за тачкой стоит? Опа-на, какой-то, блин, минивенчик экскурсионный, смотри. Подожди, оу, целая... А ты-то тут откуда? А где Джимми? А Джимми, подожди. Че, он спасся, что ли? Смотри, тут вместо Джимми стоит Тревор. Потом, это Трейси, получается, Аманда и Майкл. А Джимми-то где? Блин, ребят, ну походу Джимми реально спасся. Я не знаю, честно. А вас что, всех в автобус? Что, вас покатать, блин? Давайте, сажусь, короче, я в этот автобус, блин. И чё, кто-то со мной вообще тут сядет? Со мной хочет сесть только Тревор? А вы? А вы не пойдете, что ли, в автобус-то в этот садиться? Опа, Майкл следующий. Давайте, ребята, все по очереди. Опа, Аманда уже ее. Давайте, все садитесь, всех довезу. Реально, все поместитесь. Не стесняйтесь. Так, давай, Майкл сел. А че вы все по очереди? Они реально все в порядке очереди просто садятся. Давай, так, ну кто первый, кто первый? Аманда теперь садится. Давай, 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 залезай. Получается у нас, оп. Так, и теперь ты осталась. И Трейси, давай, залезай, залезай. Да не стесняйся, залезай уже. Чё ты? Ты чё, не поедешь? Ты чё стоишь-то? Чё ты не поедешь, что ли? Ну давай, место есть. Ну! Эй! Ты чё, не будешь садиться? Ну ты чё, серьезно? Ну тогда беги за нами. Ну, какая-то глупенькая что-то девочка. Все, ладно, короче... Ты оставайся, ищи Джимми, короче, все, все, не беги за нами, все, иди брата своего ищи. Реально, все, мы погнали. Опа, нафига тут автобус-то наваливает, просто, ребята, цунами. Нам, короче, сейчас куда нужно, смотри, нам сейчас нужно поскорей уехать на гору Чилиад. Знаешь почему? Потому что воды все больше и больше. И это значит то, что тут скоро все накроет просто... Водой получается, да, нам нужно всех спасти сейчас. Тут все будет в воде, все будет затоплено. Поэтому я гоню на гору Чилиад. Это находится на самом деле очень далеко. Нам еще нужно спасти, ребят, Чопа. Найти Джимми и Трейси забрать. Но потому что я не знаю, ну а иначе-то как? А иначе никак, только так придется.
Не поместилась она, не хотела с нами ехать почему-то. Ну пусть тогда брата своего ищет реально. Все, мы погнали на гору Чиля. Сейчас я покажу, где она находится. Ребят, вот сюда мы находимся сейчас. Вот здесь, вот тут, вот мы. А нам нужно вот сюда, блин, на самый верх. Потому что только там мы сможем спастись. Да, только там. Аэропорт, получается, тоже затопленный. О, какая тачка стоит. Все, ребят, я еду на гору. Вот, ребята, все, мы почти забрались на эту горушку, да. Потому что если что-то топится, если затопление происходит, то нужно куда-то вот на огромную поверхность, ну, реально на высоту забираться, чтобы вас тоже не затопило. Ребят, запоминаем, записываем. Учим, просто учим, потом буду проверять, что нужно сделать, когда у нас потоп. Смотри, реально, нифига там полгорода, подожди, давай, залезаем. Ну давайте, не, блин, почти. Так, все, залезли на горушку Лос-Сантосовскую. Все, вылезаем, пацаны, вылезаем. Что, все вылезут у нас, давай. Так, ребята, Майкл, здорово, Аманда и Тревор. Все, всех пациков мы спасли. Давайте, ребят, ко мне сюда, бегом. Вот сюда. Забираемся, пусть они, короче, вот тут у нас стоят. Сейчас я их возьму, ребят. А, так, где вы тут? Я могу вот так просто сделать. Опа, и все тут будут. Все, так, все тут стоим. Никуда не убегаем, скоро буду. Еду за другими, так сказать, напарниками нашими, друзьями. Надо, ребята, не забыть еще нашу любимую собачку Чопика. Эй, Чопик! Хочешь, я тебя спасу? Конечно, хочешь, блин. Ребят, вы только гляньте, как испортилась погода сейчас. Вы только посмотрите. Не знаю, скоро уже реально вот намечается новая волна, просто гигантская, цунами, еще одно. Поэтому мы берем с собой обязательно Чопа, обязательно. Он какой-то нерадостный. У него радости вообще, смотри, ноль, он справа снизу. Его просто индикатор радости. Как ему поднять радость? Нам нужно просто с ним поиграть. В мячик. Так, давай, берем Чопика. Чопик, давай в тачку скорее. В тачку. Садись в тачку. Давай, вот я тебе дверку открыл. Давай, собачки, забегай. Забегай. Ой, хороший песик. Все, ребята. Все, взяли мы Чопика. И теперь погнали. Сейчас мы куда-то выйдем на такую, знаешь, какое-нибудь большое место, где мы сможем поиграть с нашей собачкой в мячик. Потому что он какой-то грустный. Нам нужно ему поднять настроение, да. А то, блин, еще заплачет то, что мы с ним не играем. На самом деле нужно играть с собачкой со своей. Играть и развлекать. Так, давай вот сюда, вот, на полянку. Вот сюда, я думаю, нормально, да? Чопик! Так, вылезай. Вылезай, пердун. Так, смотри, берем мы мячик. Чопик! Ну куда? Ну ты дверь-то закрой. Ну чоп! Закрой дверь-то у машины. Все, ребят, кидаем мячик куда-нибудь вот сюда. Эй, давай, Чопик, лови, кто быстрее? Кто быстрее? Я быстрей! Тихо! Ты что, меня обогнать хочешь? Где мячик-то? Вот он. Ой, хороший песик! Хороший песик достал мячик. Так, подожди, берем. Вот говнюка. Так, хорошо. А давай я закину вообще вот так вот далеко. Вот так. Эть! И кто быстрее теперь? Я-то могу вот так вот. Опа, да, перепрыгивать. А ты куда? А он в обход просто. Куда я вообще кинул мячик? Я даже сам не знаю. Ладно, бежим. Чопик, давай, ищи мячик. Ищем вместе с Чопиком мячик. Давай. Ну и чё, ну и где? А чё, вот сюда куда-то, что ли, я его кинул? Ага, нашел, да? Хороший песик, умница. Нашел ты мячик, давай за мной, короче, иди. А как мне тут, я тут могу ему сломать заборчик, чтобы он просто не обходил его? А то он все время обходит это место. Давай, Чоп, давай за мной уже. Он все равно в обход бежит. Ладно, короче, поиграли мы с Чопом. Так, сколько у него радости? Эй, Чоп, сколько у тебя радости? Ну-ка, погоди. А чё не увеличивается радость-то? Как с тобой играть-то, блин? Ладно, все. Нечего тогда радоваться. Все, бежим тогда этот. Спасаемся. Время, деньги, время, жизнь. Все, давай, залезай в тачку. В тачку. Все, молодец. Сел, красавчик, все, погнали. Все, едем мы куда, ребят? Едем мы туда же, на горушку. На гору Чилиад едем, потому что ты сам... Вот просто посмотри на эту погоду, блин. Вообще, небо серое. Еще хуже будет. Сейчас, если еще ливень пойдет, то тогда вообще нам нужно... Нам еще нужно спасти Джимми и Трейси. Но это я сейчас быстренько не буду вам показывать, как я их сейчас буду, ну, спасать. Потому что мы и так уже немного затянули это все. Ой, тихо, стоп. Куда я лечу-то? Там главное же не вылететь нам сейчас.
воду, тут уже все затоплено. Ладно, ребят, все, сейчас доеду, на горушку вернемся. Ребята, поднимаемся, просто смотри, тачка Франклина полностью уже поломанная, нормально. Опа, тут у нас автобусик уже нас ждет, на котором мы приехали до этого, так. Чопика мы спасли, что там наши делают друзья. Ой, вижу уже и Тревор что-то вдаль куда-то смотрит. Подожди. Чопик? Все, Чопика мы привезли. Майкл, просто смотри, зарядочка. Смотри, зарядочка у Майкла, отжимания. Вот это реально спортик, ребята. Так, подожди. Аманда что-то танцует. Ты что, тебе делать нечего? А Тревор просто смотрит вдаль и грустит. Нет, злится, ладно. Ребята, кстати, напиши в комментарии, сколько раз ты сможешь отжаться вот так же, как Майкл. Он походу, просто бесконечно раз может отжаться. Ой. Ты чё, только на меня не какай, а то ты там просто у будки у своей накакал вообще много. Все, ребята, я погнал спасать следующих. Ё-моё, ребята, вы посмотрите, как ухудшилась погода. Просто молния, гроза, это же капец. Ты посмотри, сколько воды прибавилось. Вот дом Франклина получается. Тут было все сухо. А теперь ты глянь, чё, ну-ка. Капец. А вот сам... Капец. Вот сам центр города, просто все затоплено, блин. Офигеть. Как я спасу-то последних друзей моих? Это просто жесть. Вон они. Вы че, блин? Вы че, как-то спаслись? Ну-ка, быстро в тачку. Бегом, садимся. Блин, этот хоть одетый? Это вообще, блин, полуголая почти. Вы че, сдурели? Все, погнали, бегом. Сейчас все затопит. Вообще припухли. Блин, ребята, капец, скользко. Ай, тачку заносит. Не по-детски просто. Ай, блин, как я доеду-то? Короче, наша цель доехать до горы Чилиад. Я не знаю, сейчас тут все уже... Тут просто все уже затоплено. Сейчас будем как-то пытаться проехать. Блин. Офигеть, ну вы видали? Там весь город уже под водой, весь. Только небоскребы торчат, больше ничего не торчит. Я поглядел, ничего там у них не торчит, только небоскребы. Все, ребят, налево, быстренько. Подожди, а тут тоже, наверное, все под водой, да? Тут, наверное, тоже все под водой. Как я тут доеду-то, ё-моё. Ничего, если что, с помощью чита я поставлю лодку какую-нибудь нам. С помощью чита, не зря же у меня читы как бы установлены. Да, так, ладно, давай вот тут мы проедем. Аккуратно. Да, смотри, все в воде. Стой, блин. Все в воде, ты посмотри, даже тут нам не проехать. Кирдык, блин. Давай, едем. Вот смотри, как я тут проеду-то. Я просто без понятия. Тут же просто, смотри, все перекрыто. Просто вот, как я тут проеду? Просто жесть. А, стой! Лодка-то вот, подожди. Как я доберусь до нее? Так, подожди, давай я возьму свою тачку и сюда поставлю. Так, вот она. Так, пацаны, вы ко мне заберетесь? Пацаны и девчата, блин, смотри, реально она... Чё, блин, а куртку никак не одеть было? Ты-то ладно, нормально, в капюшончике, в кофточке. Так, давай, бежим в лодку! В неё-то мы точно сейчас поместимся. Так, давайте, ребята. Ребята! Садимся. Я первый, за руль. Так, а вы там идете? Давай за мной скорей! Ну, давайте, плывите, блин! Негодяи! Ой, перекрасил, смотри, лодку. Ничего страшного, еще красивее стало. Так, давай, залезаем. Залезайте уже. Ну! Что, не получается у вас? Так, Джимми и Трейси. Все, все залезли, да? Все, молодцы, едем. Плывем, точнее. Пух, ребята, знаете, я уже думал, все, у нас ничего не получится. Смотри. Это вы, чтобы вы понимали, мы сейчас просто плывем над пустыней. Смотри, где мы сейчас по карте. Вот, тут все пустыня, вот тут. И мы просто, смотри, оп, по воде, блин, на этом месте. Красота! Ну, зато мы спасли наших друзей, получается. Только вот любопытно, что делал Тревор в этот момент у Майкла. Не знаю, может они веселились, да? Ну, что они еще могут делать? Так, все, ребят, мы плывем, получается, на тот берег. Вон уже виднеется эта огромная гора, на которую мы всех... И отвозим. О, ребята, это, конечно, реально жесть. Воды столько набралось, еще погода просто мега ужасная. Ладно, плывем, просто плывем. Я не знаю, что тут еще сказать интересного. Просто самое главное нам сейчас всех спасти.
Давай, 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 бегом, бегом, бегом. Надеюсь, я там найду какую-нибудь машину. Надеюсь, потому что если там тачки не будет, будет, конечно, очень плохо. Давай, давай, хотя бы сюда. Все, ребята, все, останавливаемся здесь, под горой. Так, все, вылезаем, вылезаем, ребята. Воду нам обратно не нужно. Ай, блин. Ребят, за мной, за мной, за мной. За мной, девчата. Опа, нифига, Джимми там. Давай, ко мне, ко мне, ко мне, ребята. Ко мне, ко мне, ко мне. Сейчас будем тачку искать. Давайте, скорей. Оп, а Трейси-то первая, а Джимми где? Стой. Ты где брата потеряла? Подожди. Че, он застрял тут где-то? Вот, плывет вроде, да? Плывет, плывет, крокозябра. Давай быстрей. Все, молодец. Все, давайте за мной. По тропинке пойдем, может быть, что-то и найдем, блин. Давайте, давайте, бегом, 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 бегом. Надеюсь, тут что-то будет, а вон что-то вижу. Че, реально тачку оставили? Вон, тут уже кто-то спасался, вон даже тачку оставили уже. Я в шоке. Давай, бегом, 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 бегом. Давай, за машину. Я за руль, а вы ко мне садитесь. Эй, вы где там? Че, вы там встали, что ли? Да вы достали. Они вообще... Они вообще спасаться не хотят никак. Понятно все. Давайте, вон, бегут. Как только тачку увидели, сразу бегут, блин. Че, думали, тачку не найду? Давайте. Садитесь, блин. Надоели. Ну че, давайте еще пешком походим. Да, нам же не нужно никуда спасаться. Давай, Джимми, на переднее. Давай. Ой, красавчик, все. Фига ты мокрый весь вообще. Понятно, блин, такой ливень. Так, и теперь наша задача просто забраться на гору. Давай я прям вот так вот, пофиг. Все, ребят, на горушку бахаем. Прям вот так вот, напрямую. Тачка, я думаю, позволит нам это сделать. Если что, с помощью чита поможем. Капец. Я в шоке. Все под водой, все под водой. Только одну гору только видно. Давай, давай сюда. Оп, на тропинку давай. На тропинку давай, 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 давай. Скорее, скорее, скорее. Опачки. Замечательно. Эть. Все, погнали. Фух. Осталось совсем чуть-чуть. И мы, получается, всех спасли, блин. Представляете, ребята? Вот такая у нас сегодня нелегкая миссия. Если честно, я уже думал, я их не спасу. Ну, вот этих вот, кого я сейчас везу, блин. Да, вас, что смотрите, блин, весело вам. Потому что там все как бы затоплено, а они просто, оказывается, убежали оттуда. Успели, так сказать. Это, конечно, похвально. Все, давай, поехали. Тяни, тяни, блин. Все, еле заехали. Оп, автобус тут наш. Замечательно. Изумительно. Так, давай, подожди. Сюда, опа-на. Ну, давай, заезжай, блин. Все, ладно, надоело эта машина мне уже. Погнали. Давайте, ребят, за мной идемте. Там ваши родыки уже вас ждут. И собачка моя, Чопик, там тоже уже. Ну-ка. Во, да, смотри. А Чопик прямо с Тревором стоит, блин. А ты все отжимаешься. Тебе не надоело еще? Тебе больше делать нечего, отжимается, блин. Ребята, вы гляньте. Гляньте просто на эту погоду. Сейчас мы... Переждем немножко, пока тут погодка устаканится, и мы сейчас все на это посмотрим, на это все дельце. Как тут все выглядит, блин. Ну что, ребята, получается как-то так. Это все выглядит в данный момент у нас в GTA-шке просто. Ты посмотри, сколько тут всего затопило-то. Ё-моё. Ё-моё, там даже вон вода в некоторых местах не прогружается. Но город... Вы посмотрите, город весь под водой. Просто весь. Вот, ребята, ради интереса прилетел на вертике. С помощью чита сейчас сделал вертик в этот город. Мы просто прилетаем. И давай осмотрим, блин, как тут сейчас все выглядит после цунами. Все под водой, блин. Смотри. Вообще. Кто-то выжил, кто-то нет. Кого-то затопило. Но я спас всех, кого смог, ребята. Больше... Больше никого я не смогу тут спасти, к сожалению. А вот мы просто приземлим сейчас вот сюда вот. Опачки. Ой, ну так только я могу как бы приземлиться. Ё-моё! Ролюха вообще дурачок. Фига, что я в небе что ли хожу? Смотри, как зависло у меня. Вертик. Под воду. Капец, а я в небе завис. Каким образом, я не понимаю. Как? Я просто в небе. Ладно, ребят, на такой ноте мы, короче, заканчиваем наш сегодняшний...
видосик, надеюсь, он вам понравился. Ну, ты, конечно же, смотри мои другие видосики, они перед тобой сейчас на экране. Не забывай про подписку на мой канал, чтобы новые видосики не пропускать. Ну, а с вами, ребята, был Ралюха, увидимся уже скоро в новом видосике. Всем удачи и всем пока-пока, ребята! В GTA 5 наступил настоящий ледниковый период. Абсолютно вся карта покрылась снегом. Улицы пустые, никто не ездит. А самое забавное, что вода покрылась льдом, и теперь по ней можно ездить на машинах. Это просто офигенно. Ребята, давайте же повыживаем в таком мире. Мне кажется, это будет просто офигенно. Да, Франклин? Только мне кажется, то, что нужно одеться потеплее. А то в твоей майке, блин, ты очень быстро замерзнешь. Благо, ребята, у него на нижнем этажике есть, ребята, гардеробная, куда мы сейчас и спускаемся, чтобы переодеться. Итак, заходим сюда, поворачиваем вот в эту комнатку, вот сюда, и давайте выберем что-то потеплее. Одежда, ну-ка, что у него тут есть? Что-нибудь хорошее, надо теплое, чтобы он, ребята, не замерз. Так, ну, курточка, я думаю, подойдет какая-нибудь вот такая. Ага, давай, теперь пошли к штанам. Не знаю, обычные джинсы, мне кажется, самое то. Обувь? Ну, обувь, я даже не знаю, какую ему тут выбрать, у него все такие летние, легкие, блин, кроссовочки, нам нужно что-то такое хорошее прям. Ну пусть вот такая вот будет, короче, кофейные ботинки называются, окей, подойдет. Головные уборы, шапки у него, конечно, нету, так что пусть он, я не знаю, ходит в кепке, получается. Во, вот в такой, ладно, все, оделись, это очень даже хорошо. Выходим на улицу, давайте посмотрим, да, вроде он не замерзает, просто бомба, ребята, реально все покрылось снегом. Самое прикольное то, что сегодня, ребята, мы будем, знаете, на какой тачки выживать. А, стоп, стоп, стоп. Чопа не забыть. Главное, чопа не забыть. Чоп, любименький, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. За мной. Пошли, пошли, пошли за мной. Пошли, 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 пошли. Пошли в машинку. Или ты не хочешь? А на кого ты гавкаешь? Чопик, все хорошо. Я знаю то, что ты замерз. Пошли. Я сейчас покажу, на какой тачке мы будем сегодня выживать. Ребят, сегодня мы будем выживать не на вот этой вот машине Майкла обычной, а на машине Влада А4. На ламбе. На Ламборгини Хуракан Перформанта. Смотри, Ламборгини Влада А4. Мы ее уже угоняли. Если вы не смотрели ролик, как мы угоняли эту тачку, обязательно посмотрите на моем канале, ребят, смотри. Номер Влад А4, это именно его тачка, оранжевая, да, прям из его роликов. Ну что, чоп, давай, садись, я сажусь сюда, открываю тебе дверку, оп, залезай, залезай, друг, давай, 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 дружочек, залезай, 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 опа-на, молодчина. Так, закрываем все дверки, ребят, ну что, чопик готов, я тоже готов, выезжаю из гаража и поехали, собственно говоря, прокатимся в город. Место, где живет Франклин, абсолютно пустое, походу отсюда абсолютно все люди уехали, никто здесь больше не живет, а вот говорят то, что в центре города и в самом городе там ходят, ребят, зомбаки. Я не знаю, верить или нет, но там реально ходят зомби. Это просто жесть. Ну а пока, ребята, мы едем, проверка на жадину. Если вы не подписаны на мой канал, то вы жадина. Если ты хочешь это исправить и не быть жадиной, тогда подпишись на мой канал и поставь лайк на это видео. И напиши в комментарии: Ралюха, я не жадина. Тогда я пойму то, что ты крутой подписчик. Сделал, спасибо большое, ты лучший. Ребята, я въехал в город, заехал, и я тут уже вижу собак-зомби. Это серьезно, ребята, собаки-зомби. Смотри, какая у них пасть, у них все лицо кровавое, вот это да, реально собаки-зомби. И они тут ищут кого бы скушать. А вон, ребята, ходят настоящие зомбаки, ребят, вы только на это посмотрите, вон они. Ой-ой-ой-ой-ой, конечно, это все очень, ребят, пугает. Давайте мы попробуем одного сбить, вот-то, вот этого. На! Блин, только Ламборгини испачкали, ну да ладно. Да просто, ребята, же, серьезно, одни зомбаки. Ну-ка, может нам Чоп поможет сейчас их немного устранить? Давай посмотрим. Давай, ребята, мы посмотрим. Я вылезаю, и Чоп, он будет кого-то атаковать? Будет ли он кого-то атаковать? Чоп, атакуй вот этого зомбака, атакуй его. Атакуй, Чоп, атакуй, 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 атакуй. Вот на него, на него беги. Давай, давай, Чоп. Давай, кусай его, кусай. Это плохой зомбак, да, кусай, кусай его, кусай, кусай, кусай. Молодчина, ты его устранил, друг. Молодец, молодец. Так, ну что, вон там еще ходят зомбаки. Я что тебе предлагаю... Так, стоп, 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 стоп. На, я тебе что предлагаю сейчас направиться в центр города? Говорят, то, что там все заброшенное. Да, давайте это мы сейчас посмотрим. Так, все, все залез, молодчина, все. Ребят, поехали в центр города. Сейчас вы там просто удивитесь. Я сейчас сам это увижу. Просто, как я знаю, там сейчас все заброшено. Там просто все тачки лежат, кинутые. Все, блин, там сломанные, разваленные, блин, все ржавые, короче. А, вон, я уже вижу, ребята, я уже это вижу, я уже это вижу, друзья. Вот оно, вот это, блин. Реально, посмотри, какие-то тачки непонятные, как будто не прогруженные.
Игра даже не понимает, что тут случилось. Да, друзья, да. А тут у нас что? Смотри, пожарные машины. Смотри, самолет упал. Реально, смотри, самолет упал. Да ну, серьезно? Блин, как бы здесь аккуратно так проехать? Не знаю, неудобно ездить на самом деле. Так, собака, отстань. Во, смотри, самолет упал. Просто смотри, он тут просто всю дорогу развалил. Вот это да, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Пожарные тачки. Ладно, я вам говорил то, что сегодня мы еще покатаемся по льду. Да, ребят, обязательно не пропустите. Сегодня мы будем кататься по льду. Ё-моё, вот это да. Давай, короче, кого-то уже собьем, какого-то зомбака, который здесь ходит и не знает, что делать. Вот, допустим, эту собаку-зомби, которая нас хочет просто сожрать. Не надо нам такого. Не надо нам такого. Опять собака-зомби. Вот, ребят, если вы мне не верите, то что это собака-зомби, смотри, я просто вылезаю. Смотри, я вылез. И, кстати, смотри, сразу на Чопа или на меня. А, кусать она меня кусает, Чоп. Чоп, давай, атакуй ее. Чопик, ты куда? Чоп, пожалуйста, смотри. Вот на него. Вот на эту собаку. Вот на эту. Давай, кусай ее. На, давай, Чоп. Не бойся, она маленькая. Давай, о, молодец. Укусил, да? Лай. На, молодец, Чопик. На, красавчик. Молодчина, да. О, вот это, конечно, прикол. Давай в тачку садись. Ребята, если вы мне не верите, то что мы можем кататься по льду, смотри. Опа-на. Видали? Реально катаемся по льду. Смотри, серьезно. Вот это просто супер. Да, конечно, в GTA 5, видишь, как показывается. В GTA 5 на самом деле нету льда. Но наступила зима, видишь, апокалипсис. Ледниковый период. И просто вода замерзла, и я могу реально по ней кататься. Смотри, видишь? Даже следы от меня, как будто реально по льду еду. Ну это реально лед, ребята. Ледяная вода, серьезно. Опа-на. В GTA 5, казалось бы, такой городочек, знаешь, летний, блин, жаркий такой город. Но на самом деле, смотри, что с ним случилось. Просто, ребята, жесть, да. Вот так вот и бывает, на самом деле. Ребята, смотрите, как это все выглядит с горы Чили. От самой высокой горы в GTA 5. Просто, ой-ой-ой, ай-яй-яй. Чоп, давай его нафиг. На тебе. Просто смотри. Все мутное какое-то. С горы так все видно. Реально все мутное. Непонятно. Один снег лежит, просто все завалило. А вон город. Ребят, реально лучше от этого города держаться подальше. Сейчас, когда такой ледниковый период, лучше туда не ходить. Что это такое? Люди с неба падают. Что это значит? А что они с неба падают? Это... А, что за бандит какой-то? Слышь ты. Я сейчас тебя, блин... Смотри. На... Капец, реально с неба... Да, отстань! Это просто жесть! Лучше отсюда куда-то, я не знаю, сматываться. Реально с неба падают, да ну. Вот это прикол, конечно. Да отстань! На! Фух, это, конечно, жесть. Фух, я вроде всех устранил зомбаков. Больше здесь никого нет, ребята. И вроде как я спасся, да... Это, конечно, жестко было, ничего не скажешь. Тут даже, знаете, полиции нету, реально полиции нету, нет кого даже побегать, серьезно. Честно сказать, я просто в шоке от такого. Как вы на это смотрите? Пишите в комментарии, понравилось вам такой видос или нет. Пиши в комментарии, ставь лайк, видосик у меня выходит каждый день. Не забудь подписаться на мой канал, надеюсь, тебе понравилось. Всем удачи, ребят, с вами был Ралюха, увидимся уже завтра в новом видосике. И всем пока-пока-пока, друзья. Всем покедова. Если ты успеешь поставить лайк за 5 секунд, то ты выживешь во время цунами. Поэтому давай ставь лайк. Успели поставить лайк, да вы просто красавчики. Большое спасибо. Какой прекрасный сегодня день в GTA 5. Вы посмотрите, как солнечно, птички поют. Смотрите, качочки. Здорово, качочки. Ну что, качаемся, да? Эй, давай раз. Давай два. Давай, три. Че, три не можешь, давай три. Ну, хорош, нормально. Короче, ребят, сегодня просто бомба. Ничего просто не предвещает никакой беды, ребята. Ну, давай, качаемся. Не понял? Че это? Не понял, ребята. А что произошло-то? Че это было? Не понял? А че за шум? Че все трясется-то? А, ребят, бежим скорей. Че происходит? Ай-яй-яй. Мужик, ты че? Блин, че происходит? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что происходит, блин? Все рушится передо мной. Ё-моё. Ай, блин. Капец. Ты куда едешь? Ай, блин, нифига. Что такое-то? Что происходит? Блин. Это что, цунами, что ли? Можно без водителя сама едет? Блин, ребята.
Это что-то очень страшное на самом деле. Капец. Неужели что-то нас... Это что-то похоже на цунами, что ли? Что вообще происходит-то? Почему вокруг... О, блин! Прям передо мной! Чё за бред? Ой-ой-ой-ой! Стоп, мне нужна какая-нибудь тачка. Срочно, срочно какая-нибудь нормальная машина. Мне нужно срочно отсюда уезжать, блин! Блин, капец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот эта тачка подойдет. Давай-давай-давай-давай-давай. Пока не взорвалась. Скорее-скорее-скорее-скорее. Поехали-поехали-поехали-поехали. Поехали, дружище. Блин, просто все трясется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай-давай-давай. Просто погнали нафиг отсюда. Погнали-погнали. Так, сейчас-сейчас-сейчас. Меточку-меточку-меточку-меточку. Куда поедем? Вот сюда, да-да-да-да-да. Все, поехали, погнали. Что происходит, блин, все трясется просто, я не понимаю, что происходит. Погнали, пацаны, погнали. Опять все взрывается, блин, это не я. Что происходит? Ой-ой-ой-ой, блин. Все, бежим. Ой, точнее, едем. Просто какая-то жесть, звуки очень страшные, все. Что-то ломается, разлетается, блин. Что вообще происходит, пацаны? Неужели это оно? Неужели это цунами? Что-то я такое слышал, если такое происходит, то что-то плохое наступает, ребята! Ребята, ё-моё! Ой-о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 й
лос-анцев GTA 5 надвигается самое мощное цунами, которое вы когда-либо видели в игре GTA 5. Вы просто посмотрите, оно смывает все на своем пути. Это просто какая-то жесть. Я в тот момент даже не понимал, что происходит, но сейчас вы узнаете, что было дальше. Это просто жесть. Ой, ты, чё с погодой? Чё с погодой? Погода поменялась, блин! Ёшкин моталкин, ёшкин моталкин, ай-яй-яй-яй-яй-яй! Так-так-так-так-так, погнали! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, аккуратно! Едем! Погнали, пацаны! Просто жесть, это просто жесть, я просто в шоке от этого всего! Что происходит, блин? Что происходит, ребята? Чё про... Не понял! Уже половина Лос-Сантоса нету! Блин! Вы посмотрите! Уезжай, дурак! Ё-моё! Вы гляньте! Всё затоплено! Ёшкин-моталкин! Вы посмотрите! Друзья! Это просто жесть! Как же так? Блин! Ну-ка, подъехать, что ли, поближе, посмотреть. Вот это да! Блин, вы посмотрите! Да, блин, куда я заехал? Я дурачок, что ли? Аккуратненько спускаемся, ребята. Ё-моё, вы посмотрите на это! Вы просто на это посмотрите! Какие там волны огроменные! Вот это да! Посмотрите, это ж как так-то? Ну-ка, давайте-ка я перемещусь сюда. Вот это да! Ой-ой-ой-ой, вода уже здесь! Блин! Ё-моё! Ну-ка, вы просто посмотрите, абсолютно все здесь затоплено. Вы только на это гляньте, вы только на это посмотрите. Какие огроменные волны, гляньте. А тут все, ё-моё, все под водой. Вот это да, вы гляньте. Как же так, блин. Друзья, я не был к такому готов сегодня. Ёшкин-моталкин. Чё делать-то, куда мне ехать-то, я даже не знаю. Там волны, чё, мне наверх, что ли, куда-то ехать? Блин. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, всё, ладно, погнали, всё, ладно. Надо себя взять в руки и поехать уже. Поехать нафиг отсюда, потому что это просто какая-то жесть. Давай. Залезай, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, погнали. Давай, на гору, вот на эту. Давай, заезжаем. Так. Заедешь? Нет, давай, заедь, пожалуйста, хотя бы с помощью нитро. Пожалуйста, заезжай. Посмотрите на это. Вот это да. Блин. Тут тоже все затоплено. Короче, все. Вода никого не щадит. Такие волны никого не щадят. Вот это настоящий цунами.
Это настоящее цунами, блин. Смотри. Фиг где проедешь теперь. Просто дороги все затоплены. А где все люди-то? Не понял. А где все? Где все-то? Все? Я один, что ли, остался? Посмотри. Братан, привет! Ты тоже тут остался. Вот это волны просто огромнейшие. Просто огромнейшие волны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Пока меня тут не убило этими волнами. Так. Нет. Фиг тебе проедешь, ребят, серьезно. Погнали, короче, на гору Челяд. Только там мы найдем спасение. Потому что я не знаю. Это просто какая-то жесть. Давай, залезай, братишка. Залезай. Давай. Вот так, оп. Все нормалек. Ё-моё, до горы-то еще далеко. Ладно, все, погнали. Давай, едем. Давай, способность, погнали. Втопили как можно сильней. Вы тут что, еще гонки устраиваете, идиоты, что ли? Блин, а как мне туда проехать-то? Там все под водой. Как я проеду, там все под водой? Блин! Ребят, ладно, так, погнали. Короче, пацаны, только одно спасение, это заехать на какую-то гору. Только на какую-то гору, потому что иначе тут все. Как бы, посмотрите, все, просто что сзади меня сейчас происходит. И вы сами все поймете. Так, ну ладно, эта гора подойдет, ребят, да, эта гора подойдет. Вон, тут даже какой-то тигр бежит, или кто это? Кто-то из этих кошачьих. Ребят, все, так. Все, я останусь здесь. Ё-моё. Блин, просто какая-то жесть. Бедный город Лос-Сантос. Полностью затоплен. Он теперь полностью затоплен. Ну, ребята, если мы погоду изменим, вот какую-нибудь солнечную. Ё-моё, посмотрите. На солнечной погоде прям очень хорошо видно. Вот эти вот. Вот это все наводнение. Ё-моё, блин. А мы были вон там. Там все и началось. О май гад. Что же делать эти ребята, я не знаю. Короче, мы походу последние выжившие в этом городе, Лос-Сантосе. Ой-ой-ой-ой. Ребята, если вы хотите больше подобных видосиков, ставьте обязательно лайк и подписывайтесь обязательно на мой канал, чтобы видосики никогда не пропускать. Ну, а я надеюсь, что вам понравилось. Всем большое спасибо, увидимся в новом видосике совсем скоро. С вами был Ралюха, и всем, ребята, пока-пока. Все, ребятки, всем покеда. Блин, мы последние. Ёшкин-моталки. Итак, ребята, всем привет! В GTA 5 начался зомби-апокалипсис. Абсолютно весь город, ребята, превратился в зомби. А точнее, не город, а его люди, ребята. Как ты видишь, на меня тут уже охотятся эти зомбайки, что не очень-то хорошо. Но сегодня нам нужно, ребята, будет кое-кого, так сказать, спасти. А именно нашего друга. А именно Влада А4, да, друзья. Потому что он там где-то в центре снова находится, ребята. Где-то он там сейчас сидит, боится, да, и нам нужно его сейчас обязательно приехать и спасти, вот, ребята. Ну, короче, если вы впервые на моем канале, то обязательно... Ай-яй-яй! Они меня могут, ребят, заразить! Заразить меня могут эти зомбаки, поэтому нам нужно сейчас от них поотстреливаться, так сказать. Так, нужно быть предельно аккуратным, друзья, потому что, как бы, они меня могут заразить, я просто могу... тоже превратиться в зомби, а я этого как бы совсем не хочу. Зомбаком я быть, да, ребят, не хочу. Все, ребят, я сел в эту тачку и, короче говоря, погнали. Как ты видишь, тут на улицах просто абсолютно все
зомбаки ходят. Вот даже если какие-то типа машинки стоят, да, то они просто без водителя. Вот даже смотри, собака-зомби. Ты представляешь, собака-зомби, блин. Офигеть, на тебе. Кстати, нужно скорее приехать в дом к Франклину, ребята, и забрать нашу собаку. Потому что наша собака, наверное, там боится сейчас всего этого. Как ей это пережить так? Окей, ребята, мы сейчас поедем. Ай-яй-яй. Смотрите, смотрите, просто зомбаки прямо передо мной появляются. На! Короче, мы сейчас, ребята, едем в дом к Франклину. Это, ребята, обязательно, чтобы забрать нашего песика. А песика зовут, ребята, Чоп. Кстати говоря, если у вас есть какое-то домашнее животное, пиши в комментарии, как его зовут. Может, там у тебя кошечка, собачка. Пиши в комментариях, как зовут твоего питомца. Так, ладно, ребята, сейчас мы уже почти подъехали. Зомбаки, на, зомбаки, блин, не боюсь я вас, на, получай. Отлично, ребята, едем, на, какой-то пес. Это реально, это, ребята, зомби-псы. Они тоже заразные, они нас могут укусить, и будет все очень плохо. Вот, поэтому нужно от них держаться лучше подальше. Тут, ребята, одни эти зомби-псы, офигеть. Да на тебе! Ребята, так, ну что, погнали скорее за Чопиком. Надеюсь, то, что с Чопом все хорошо. Надеюсь, друзья, надеюсь. Чопик, давай ко мне. Давай со мной. Чопик. С тобой все хорошо. Ай-яй-яй, Чопик, спасай меня. Чопик, ай-яй-яй, тут уже столько зомби-собак ко мне пришло. Я хочу просто Чопа забрать, свою собачку. Все? Ты со мной? Пошли, Чопик. Так, аккуратно, друзья. Мы взяли свою собачку. Так, осматриваемся внимательно, тут все норм. Так, давай в нашу тачку сядем. Чопик, садись ко мне! Скорее только! На! Песик, блин. Так, Чоп, ты где? Чоп! Ну где ты? Ребята, что с моим песиком стало? Ребята! Не понял я, а где он? Чопик, ну ты чего? Давай за мной! За мной! Пошли! Чоп! Его что, заразили? Да ну! Нет, все. Чё, пошли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, в тачку. Так, отлично. Сейчас мы убьем этого зомби-пса. На, отлично. Так, давай, Чоп, ты там где? Бежишь? Так, ребята, он бежит? Да, ребята, он бежит к нам. Фух, я уж думаю, его заразили, но все хорошо, друзья. Все просто замечательно. Ребят, зомби-апокалипсис в GTA 5. Вы вообще можете такое себе представить? Ну, конечно, представить-то можно, да, но вот как нам сейчас Влада А4 найти и спасти, это уже, ребят, загадка. Поэтому давайте выдвигаемся, короче, мы в город Лос-Сантос. Опять у нас тут эти псины, блин, появляются прямо перед нами, эти зомби-псины, которые на нас хотят напасть. Ну, мы, ребят, не боимся. Так, все, погнали в город. Заезжая в город, друзья, и сейчас мы будем искать... А, во-первых, нужно немного поотстреливаться от зомбаков, потому что нужно их немножечко устранить. Нифига тут тачка у зомбака! Или кто это? Или это не зомбак? А, это нормальный челик. Это здоровый человек. Прикольно. На, зомбак, получай! Сбили зомбака, друзья. Так, вот этого сейчас собьем. На! Одни зомбаки, блин, да? На, тебе тоже! Все, сбиваем их. На, вот так вот. Будет лучше. Будет нам намного лучше. Так, только мы уже тачку нашу покоцали. Ну да ладно. Так, ребят, все, погнали в центр. В самый центр. Я даже понятия просто не имею. Так, а что за тачка такая? Кто тут сейчас будет? Интересно узнать, да, ребят? Любопытно. А что за водитель такой непонятный? Смотри, он как-то лихачит, да? А, нет. Показалось. Он что, на светофоре будет останавливать? А, нет, нормально все. Я думал, он вообще дурачок. Ладно, погнали. Блин. Наша задача найти А4 Влада. Так, мы в центре. На, получай, оп. На. Все, ищем. Где же он сейчас может быть? Сейчас найдем, ребята, не бойтесь. Сейчас мы его, собственно говоря, найдем. Так, давай вот зайдем вот сюда вот, может. А нет, погоди, тут нет прохода. Я думал, там заездик в переулочек. Но подожди. Может, где-то здесь? Ну-ка, сейчас найдем. А, он, может, на стройке спрятался вообще. Да, точно. Он же, ребята, смышленый. Он стопудняк спрятался где-то на стройке, потому что тут как бы самое такое место. Самое лучшее место, чтобы спрятаться от зомбаков. Именно стройка, да.
Поэтому сейчас мы попробуем его найти на этой стройке. Так, только найти бы еще вход сюда, да, друзья? Вот, уже зомбаки на меня нападают. Зомби-собаки. На. Конечно, мне еще может Чоп помогать, да? Видишь, он нападает, прикольно, да? Куда? На тебе! Все, отлично. Так, давай найдем вход. Погоди, давай вот мы сейчас найдем вход. Как нам... А, вот. Вот сюда. Близко, близко, близко. Давай, Чоп, за мной. Чопик, чопик, чопик. Сейчас мы найдем Влада А4. Обязательно. Обязательно. И все будет на супер. Все будет просто супер. Так, залезаем сюда. Тут стопудняк, нету никаких зомбаков. Так, давай, Чоп, за мной. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас найдем. А4, ты тут, нет? Владик, А4. Блин, где же он, ребята? Где же он? Ну-ка, давай-ка тут посмотрим. Может, он где-то здесь, блин? О, Чоп, давай, давай, пошли, пошли. Опа-на, вот мы, ребят, нашли, нашли. А вот Влад А4. Владос, привет! Привет, чё как? Я вижу, ты тут это, осматриваешься, да? Ты спасся от зомбаков. Конечно, молодчина, но их все равно еще очень и очень, дружище, много. И нам сейчас нужно будет скорее... А, погоди, а мы не поместимся в ламбу? Нам нужно на гелике ехать. Владосик, ну что, Владик А4, погнали. Нам сейчас нужно будет поехать на пляж. Потому что в аэропорту мы никак как бы не улетим, да? Нам нужно, ребята... О, смотри! Так, ребята, все, нам нужно спускаться, короче говоря, отсюда. Я думаю, мы сейчас по-крутому спустимся. Опа-на! Отлично! Все, Владик А4, мы поехали с тобой, короче, на пляж. Нам нужно ехать на пляж, друзья, потому что там сейчас нам нужно будет найти лодку. В аэропорт, ребята, ехать... Без вариантов, потому что, ну как мы оттуда улетим? Там уже все люди спаслись, там самолетов нету, да? А вот лодки, лодки еще можно как бы поискать, да. Поэтому давайте, друзья, погнали, собственно говоря, на пляжик. И попробуем мы сейчас уплыть на лодке, да. Так, все, погнали, 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 погнали. Зомбаков очень много на улицах, друзья, в основном собаки. Как ты видишь, реально одни собаки и зомбаки. Жесть, конечно. Так куда? Почему одни собаки? Ну, ребят, ну люди, я так понимаю, спаслись, потому что, да? Хорошо, все, ищем, ребята, лодку на пляже. На пляже, оп. Погнали. Залетаем. Опа-на. Опа-на. Итак, я вижу какой-то водный скутер. Да, ребята? Хорошо. Погнали сюда. Давай, Владик, за мной! За мной! А куда мы Чопа посадим? Ребята, где Чоп? Походу, Чопа заразили! Он куда-то пропал! Ё-моё, друзья! Ну, мы успели зато Влада спасти! И мы сейчас с ним уплывем на гидроскутере, ребята! На водном скутере таком! Блин, Чопа жалко, друзья! Офигеть! Ладно, зато мы сейчас спасемся, и все будет у нас круто! Блин, ребят, ну ладно, если что, перед тобой мои другие видеоролики, нажми, какой тебе больше нравится по картинке, выбери, он у тебя включится и посмотри его, они очень прикольные. Спасибо за просмотр, ребята, увидимся завтра в новом видосике, и всем, друзья, пока-пока-пока, всем покедова! Хей, здорово, чуваки, меня зовут Райлюха, а сегодня в GTA 5 начался настоящий ледниковый период, а это значит то, что нам сейчас придется выживать, ребята. Ты только посмотри на эту карту, она вся в снегу, и обрати еще внимание на то, что на дорогах никого нету, и насколько я знаю, еще и зомби где-то ходят неподалеку. Ё-моё, короче, сегодня у нас мега опасный видеоролик. Смотри его обязательно до самого конца. Нажимай на лайк и про подписку на мой канал тоже не забывай, потому что видосики очень крутые. Тебе они точно понравятся. Ребята, кстати, давай на этом видосике наберем 2000 лайков. Всего лишь 2000 лайков. Это будет просто мега офигенно. С каждого по лайку, пацаны. Если вы, конечно, не жадины. Так, ребят, первым делом нам, конечно же, нужно переодеть нашего гангстера Франклина, потому что как бы зимой в маечке летней, ё-моё, не-не-не-не-не, надо переодеться, ребята. Поэтому заходим мы в нашу гардеробную комнату и давай мы что-то потеплее оденем. Не, кофточку, не-не-не-не-не, надо какую-нибудь курточку.
И будет вообще прям очень даже ничего. Ну что, реально что ли, куртки нету? Так, давай вот так, и теперь мы заходим в куртки. И курточку какую-нибудь мы сейчас себе... Ой, пальтишко, смотри, можно в пальтишке даже ходить. Так, тогда даже что-то потеплее. Пальтишко было прям замечательно, ребята, пальтишко. Ну, кстати, вот курточка вот такая вот. Мне кажется, просто бомба. Во, вот так. Идеально, чё? Хоть бы застегнулся, блин. Наверное, холодно тебе, а? Ребята, кстати, напиши обязательно в комментарии, какое у тебя любимое время года. Лето, осень, весна или зима. Я просто обожаю лето, а вот зиму я, если честно, не люблю. Поэтому, не знаю, вот что-то вот я смотрю на Франклина, и ему тоже не очень-то и нравится эта зима. А вот ты напиши в комментарии, любишь ли ты вообще зиму. Ой, да, ребята, да, холодно, холодно, конечно. Ладно, короче, ребят, давай мы возьмем нашего Чопика, Чопик. Эй, братишка, давай-ка, нам уже нужно спасаться. Аккуратненько, давай, братишка. Ой, ё-моё, это что еще такое? Тихо, тихо, тихо. Пацаны, тут у нас зомби-собаки. Чопик, помогай, блин. Я тебя взял? Давай, Чоп, со мной, помогай, братишка. Сейчас, подождите, ребята, сейчас. Сейчас я сделаю нашего Чопика, так сказать, бессмертным. Так, подожди, с помощью чита. Все, я его сделал бессмертным. А то если сейчас нападут на нас эти собаки... Так, аккуратно, аккуратно, подожди. Они где-то рядом, что ли? Ребята, зомби-собаки просто. Вон они там где-то, вон они. Бабах. Все, пацаны, Не, какой мотоцикл? В машину садись. Так, давай, Чопик, залезай, я тебе дверку открыл. Поехали уже, посмотрим, что там да как у нас в городе. Чё, блин? Чё происходит? Реально, зомби, собаки на нас уже начинают нападать. Ой, вон она, в небе. Офигеть, просто в небе они появляются. Чего происходит? Я просто в шоке. Пацаны! А где люди все? Неужели Франклин, блин, не успел уехать из этого города? Че, мы что ли последние, кто здесь остались? Ребят, я не верю. Я просто в это не верю. Реально. О, вот люди-то, вот они. Они стали зомби. Люди тоже теперь зомбаки. На тебе. Вы че? Че-то я вообще теперь ничего не понимаю. А я-то, на тебе, извиняюсь, конечно же. Так, Чопик, будь аккуратен. Будь аккуратен, реально. Офигеть. Выезжаем, ребята, в город. О, таксишка. Таксишка, эй, куда вы едете? Смотри, реально таксист. А куда он везет тетку? А вон еще машину вижу. А, значит, еще не все уехали. Блин. Офигеть. Просто жесть какая-то. Так, давай собьем. Давай, таксист, давай бабах собьем нафиг всех. Опачки. Ладно, ребята. Окей, тогда еще не все успели уехать. Хорошо, а можно как-то машинку мне поменять? Я бы какую-нибудь себе машинку взял. Знаешь, такую специальную для зомби-апокалипсиса, а то у меня, блин, обычная тачка, ё-моё. Далеко я на ней, мне кажется, не уеду. Мне дали звезду розыска, чё? Мне реально дали звезду розыска, за мной сейчас будет полиция ездить. Вообще-то зомби-апокалипсис, а мне дают звезду розыска, чё, блин? Так, ладно, ребят, поехали мы уже. Посмотрим, что там у нас в центре города. Может, там у нас скопление людей? Фиг его знает, ребята. Это, конечно, очень хороший вопрос. Вот, зомбаки, просто можешь их подстреливать. На тебе. На тебе. Офигеть, ребята. Вот вроде звезды розыска, да, у меня вот одна звезда, а за мной никто... Это что такое? Пацаны. Ребята. Ребята. Это что? Это что тут такое? Какие-то тачки черные. Ты посмотри, что тут происходит. Ну, зато я могу поменять и взять ДПСовскую машину. На тебе. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Чопик, если что, помогай. Вот он. Давай, Чоп, грызи ее, грызи. На тебе. Ты че, блин? Аккуратно, людишек вроде нету, да? Смотри, Чопик помогает, нападает. Да, молодец. Давай, давай, хороший песик. Хороший песик. Давай я тебе за это кину куда-нибудь мячик. Вот сюда, бабах. Давай, давай, Чопик, за мячиком, за мячиком, за мячиком. Вон он, вон он. Не понял, за мной реально полиция? За мной реально полиция? Вы чего? Что я вам сделал? Смотри, Чоп. Чоп просто за ними. Вы чего, вообще-то у нас зомби, блин, апокалипсис и еще и ледниковый период. А вы на меня нападаете. Опа, опа, так вырубил вроде.
вроде бы вырубил, ребята, да. Давай еще машину им обстреляем. На! И чё? А, у меня звезды пропали. Ребят, это чё? Это, походу, были последние полицейские в этом городе. Офигеть. Так, я теперь могу взять вот этот УАЗ Патриот, что ли, получается, да? Смотри. Ничего себе у меня теперь машиночка-то, ё-моё. Так, Чопик, ты будешь ко мне заходить или ты не будешь? А, во, все, залез. Так, молодец. Капец, ребята. Вы посмотрите, что тут произошло. Это центр Лос-Анс, тут ряд пожарная машина. Просто все брошено, смотри. Офигеть. Ё-моё. Ой, я могу обыскать пожарника. Так, подожди, реально, а у них что-то можно найти? Так, ну-ка, подожди. Давай обыщем вот этого чувачка. А, блин, на меня сейчас... Тихо-тихо. Тихо, Чопик, помогай. Ё-моё, вот на него. На тебе. И вот на него. Давай, Чопик, нападай на них. Нападай, нападай. Молодец. Ай, блин, на тачку скорей. Ты чё? Ребята, это опасные собаки. Реально опасные собаки. У этих пожарников, ребят, ничего нету. Вообще ничего нету. Вот, обыскиваем. Чё, блин? Ладно, капец. Ай-яй-яй-яй-яй. Залезаем в тачку. Чопик, залетай. Умница. Все, едем, короче, дальше, пацаны. Как я тут проеду-то вообще? А, тут самолет еще упал. Тут реально упал еще самолет. Вы это вообще видите? Офигеть. Как он тут? Он просто пробурил, блин, дорогу. Капец. Может потушим? Все равно пожарники тут не приедут, походу, ребята. А у меня огнетушитель есть. Так, давай. Тушим. Ну, тушись. Че, не тушит? А че у меня... У меня че, не работает огнетушитель? Ребята, у меня огнетушитель не работает. Чего? Ребята, он реально... Че с огнетушителем? Бракованный китайский. Капец. Ладно, пацаны, садимся, давай. Чопик, залетай в машинку и поехали посмотрим, что у нас тут дальше есть. На дороге я вообще никого не вижу. Абсолютно никого я не вижу на этой дороге. Это вообще непонятно. Вообще, абсолютно. Чего, блин? Пацаны, зацените, что нашел. Тут полицейские, смотри. На пляже, вот здесь вот полицейские перестреливаются с кем-то. Чего? Ну-ка, давай-ка мы им поможем, что ли. Так, полиция, вы с кем тут перестреливаетесь? Это чё? Это чё ещё такое? Смотри, тут какие-то... Ё-моё! Это, блин, настоящие клоуны! Давай мы поможем! Сейчас им... Вон, на тебе! Куда ты там? Получай! Офигеть! Давай, Чопик, я за тобой! Давай, мы на них сейчас будем нападать! Давай, Чопик, очень хорошо ты бежишь! Давай, вот на него, нападай! Умница, хорошая собачка! Хорошая собачка! Мы тебе купим педигри! Давай, кусай его, на тебе. Офигенно. Так, подожди, за кем еще Чопик бежит? Давай, за Чопом. Чопик нам подсказывает, куда нам лучше всего идти. Ой, он просто просто Чоп полицейского закусал. Никто не останется в живых, да? Круто. Это, конечно, замечательно. Так, пацаны, а мы всех клоунов убили? Реально всех? Да ну, серьезно? Офигеть, блин, зомби-собака, блин, их тут просто немерено. Яхта, может на яхту попадем? Пацаны, как вам идея? Как вам такая идея? Тихо, сейчас укусит. Ты чё? Ты чего? На тебе. Давай, Чопик, нападай. Нападай на него, нападай. Давай. Капец. Красавчик, так, подожди, у нас же... речка, ой, океан-то, он у нас замороженный. Вы, ребят, не смотрите то, что тут волны, как бы, нету льда. Почему-то в GTA не показывается текстурка льда. То есть мы сейчас можем, ребята, просто-напросто сесть, смотри, в тачку. О, давай обыщем полицейского. Что можно у полицейского найти? Так, что мы нашли у него? Я думаю, пистолетик. А, понятно. Ладно, ничего страшного. Так, хорошо, садимся. Чопик, давай, залетай в машинку. И сейчас мы, ребята, попытаемся... На лед прыгнуть. Спуститься. Блин, как тут проехать-то? Давай, проезжай. Машину сейчас просто опачки. И давай мы спустимся на лед. По идее, мы можем по льду кататься. Да, ребята, мы по льду катаемся. Офигенно. Это замечательно. Так, смотри. Давай мы сейчас доедем вот до вот этой вот яхточки. Тут никого нету? Так, пацаны. Тут у нас никого нету.
Так, 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 ля-ля-ля, тополя, она реально пустая. Чего? Пацаны, яхта пустая просто. О май гад. А, что? На карте показано то, что на яхте зомбаки. Да ну, я не верю. Чего, реально на яхте зомбаки? Давай глянем. Показано то, что тут зомби. Нет тут никого. Может, под водой они? Вот они, под водой, зомбаки. Собаки. Пофиг на них, все, погнали, короче. Воу, занесло-то как. Опачки. Все, в город давай. Пацаны, в город. Нам надо как-то, если мы хотим выжить тут, то нам нужно как-то, пацаны, что сделать правильно. Вон, самолет улетел без меня, вон он. Пацаны, вон самолет. Вот он, улетает. Пацаны, что делать-то? Я тоже хочу улететь. Офигеть. Так, ребята, то есть если самолетик, то нам тоже нужно, по идее, найти сейчас самолет. Это нам нужно в аэропорт, получается, гнать. Давай вот я на карте метку поставлю. В аэропорт это, пацаны, вот сюда. Как бы, это нам нужно ехать вот сюда. Ну, хорошо, как бы, нам терять, пацаны, все равно нечего. Если мы выживаем в этом мире, блин, то погнали, получается. Нам нужно на самолет. Найдем сейчас самолетик, получается. И улетим отсюда. Попытаемся. Просто постараемся. Что сейчас было, блин? Просто по кочкам еду. Ой, собачка, зомбачка. Собачка, зомбачка. Воу, фига, вы видали? Они просто прыгают на меня, как будто. За что? А, кстати, людей-зомбаков стало гораздо меньше. Вы заметили? Гораздо меньше стало людей-зомбаков. Забавно. Очень хорошо, что они на меня не хотят нападать. Да, ребята, замечательно, а то, блин, я знаю их, сейчас бы понападали бы на меня. Так, кстати говоря, мы немножко, нам осталось ехать. Вот, вот зомбак. Ты чё, блин, куда ты там идёшь? На тебе! Шлёпает куда-то, а? Негодяй. Видимо, есть ещё зомбаки. А вон ещё, фига, а чё их тут так много-то? Дяденька, проезжай скорей! Да сбивай ты эту собаку! Это зомби-собака. На, я тебе помогу. Все, можешь ехать. Все. Офигеть, ребята. Да, вот тут вот, конечно, не знаю, как здесь обычные жители. Некоторые уехали, на тебе. А некоторые еще, видишь, еще до сих пор живут в этом городе. Нужно поскорее... Вот, на тебе. Нужно поскорее отсюда улепетывать. Они катаются на грузовиках. Тут даже полиции больше нету, прикинь. На тебе. А они все еще катаются. О, таксишки? Нифига себе, таксишки. Реально такси работают. Эй, слышишь, мужик? Ты че? Давай едь быстрей. Уезжай отсюда вообще. Блин, вот дают. Че, вам жить надоело, да, пацаны? Так, ладно. Поехали. Мы почти доехали уже в аэропорт. Сейчас будем заезжать, пацаны. Так, да, разворотик. Опачки, красиво. Шлагбаум, открывайте, бабах, ой, открывай. Да давай, открывай, проеду все равно, проеду, ё-моё. Блин, ну вы чё, реально? Эй, шлагбаум, может быть, ты откроешься уже? Все, до свидания. Смотри, даже охранник стал зомбаком, ты чё? Ты вообще должен охранять, блин, тут все, а ты зомбак. Ты чё? Ну-ка, давай-ка на него. Ну-ка, чопик на него давай. Чопик, давай, атакуй его. Бабах, ой, еще один. На тебе. И вот его чоп. Его еще. На, на. Давай, хорошая собачка, хорошая. Бах. Замечательно, просто в бошку. Так, пацаны, садимся, садимся. Давай, чопик, залетай в машинку. Умница, хороший песик. Поехали искать уже самолет. Что за машина? Что за машинка такая? Смотри, какой кабриолетик просто стоит. Воу, смотри! Ничего себе, тут у нас есть приватный самолетик миллионера. Кстати, может улететь на самолете миллионера, как ты думаешь? Или улетим на обычном? Нет, я думаю, не все еще люди улетели, как бы, поэтому я оставлю им этот самолет. И вон еще я вижу вон там самолетик. Вон, а видишь? Вон еще самолет. То есть, давай-ка лучше мы улетим на приватном самолете, если, конечно, мы в него сможем залезть. Так, ладно, давай вылезаем и бежим. Бежим! Бежим, говорю. Зомбаки! До свидания. Вон еще зомбак. Оп, сейчас садимся. А чопа можно посадить? Чопик, ты со мной сядешь?
Чоп! Куда ты? Куда Чопик побежал? Он куда-то побежал. Он домой, что ли, побежал? Ему Франклин дал команду бежать домой. Блин, Чопик, ты не хочешь со мной ехать, что ли? Блин, ты что, застрял? Ну, война, вот, все, беги. Короче, куда-то он побежал. Я надеюсь, то, что с Чопом все будет хорошо, ребят. Куда ты едешь? Куда ты? Да, блин, проезжай. Ты что, дурак? Ты куда едешь? Ну, ты не видишь? Я тут, блин, сел в самолет. Все, пацаны, ладно. Бывают как бы такие люди у нас в GTA-шке. Все, поехали. Фига я там сбил чувака. Короче, ребята, это мега жестко. Просто зомби вон передо мной появляются. Че, блин, происходит, ребята? Это мега офигенное выживание было сейчас в GTA 5. Я, конечно, просто в шоке с такого видосика. Мне жалко Чопа, то, что Чоп не захотел почему-то со мной лететь. Я не знаю, почему. Но ничего страшного. Напиши в комментарии мнение, почему Чоп не захотел лететь со мной на самолете. Мне как-то очень обидно даже стало. Ой, да. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Спасибо за ваши лайки, за подписки. И перед вами мои другие видосики. Обязательно их тоже посмотрите. Они очень крутые и интересные. Но мы с вами увидимся скоро в новом видосике. Да, ребята, не пропускайте. С вами был Рейлюха, как всегда. Удачи и всем пока-пока-пока, друзья.